Ребята, а теперь кто не зарегистрирован у нас сегодня, давайте подойдем потихонечку к членам жюри и зарегистрируемся. Давайте так сделаем. Есть такие? По ходу мы будем. Да, по ходу будем. Ну как хотите тогда, давайте. Вот уже несколько лет, как в нашей стране существует прекрасная традиция посвящать наступающий год какому-нибудь культурному явлению или проблеме. 2022 год президентом Российской Федерации был объявлен годом народного искусства и материального культурного наследия народов России. Одним из объектов нематериального культурного наследия является самые нарядные девочки. Орешева Изабелла и Тенгиза Валия. Они прочитают стихотворение «Малой Базаура» от Гэгза и Нана Ипса Дяди Юса. Орешева Изабелла, Тенгиза Валия. Следующая, пожалуйста. The darkness of Bella, the country of birth. Forever I wander, forever I roam, the hills of the highlands, whenever I go. И на сцену выходит Дурсинова Аиша, 8 лет. Ментальная грамматика. Чуть ближе становись, лапочка. Вот молодец. А вы в полете самом низком. Кто скажет мне, что все не так? Кто говорит немолодежно, неграмотно и неумно? Понять мне вас, увы, так сложно. И вас, увы, полным-полно. Кто автор? Стихотворение автор. Кто? Забыла. Творческое объединение «Ментальная грамматика». Много языков на свете разных. Готовится, давайте объявим, готовится. Закураева Динара. И Камила, да? Много языков на свете разных. Выучить их все не смог бы я. Все они по-своему прекрасны. Каждый изюминка своя. Говорят в Париже по-французски. По-немецки говорит бельгийский. Мне же дорог мой привычный русский. Для меня родной лишь он один. Мелодичный, гибкий и певучий. С детства он меня очаровал. И не зря великим и могучим наш язык Тургенев называл. Развиваясь быстро, динамично, впитывая разные слова. Новый он все вбирал отлично, но и мудрость предка в нем жива. Да и как-то нашей русской речи можно Русь привольную воспеть. Будет жить язык наш русский вечно, и не сможем верить, умереть. Следующие конкурсанты: Закураева Динара, 12 лет, и Закураева Камила. Творческое объединение «Альтернатива». «Кавказ подо мной». А какой номер? 31-32. «Кавказ подо мной». Подожди. Где туман сплошной пеленой? Ах, пушки, какую затею ты вверх? Меня перекрасит. Кавказ подо мной, Кавказ подо мной, а он подо мной. Скажи, что мне делать с твоей строкой, хотя высоко
покоя достану рукой луну, словно шарик она. Хотя я смотрю на орлов с высока, и где-то внизу облака повторяют, и губы мои без конца повторяют. Кавказ подо мной, ах, эта страна сместила меня, смутила меня, запутала не по своей земле. Ведь я не могу утверждать, что в огне, когда я всего лишь стою в огне. Но только судьбы не ищу имен, довольствую сдай, годен отпущен. Так мало поэзии дал он отпущен, по праву владеть Кавказом имен. И все же не надо, не дурно, и все же идти мне дорогой одной. Кавказ подо мной, вечно как пушки, Кавказ надо мной. Я видела, как сегодня догорали, как люди умирали на снегу. Я видевши, как люди умирали, я ненавидеть смерти не могу. Я знала свою злобу, зависть и живость. Надо мной ремел на красный гроб. Познавши на себе несправедливость, я не могу между смерть прожить. Над раной может только тот смеяться, кто в жизни не был ранен никогда. Я не могу беды не опасаться, я знаю, какова на вкус беда. Один и тот же сон мне часто снится, над городом летящий самолет, и я боюсь, что сына мать лишится, что ему наша беда.